Всем привет! Готовятся новые законы, заметно влияющие на рынок недвижимости. Обзор трех основных законов. С вами буду я, юрист, эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Каждый год Государственная Дума принимает несколько законов, которые влияют на рынок недвижимости. Меняется налоговое законодательство, положение Гражданского кодекса, семейного, вносятся изменения в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости. И этот год не будет исключением. Уже несколько законов приняты в первом чтении, все они внесут изменения в привычный оборот недвижимости. В данном видео я расскажу о наиболее значимых из них на данный момент. Итак, первый законопроект. Данным законопроектом будут внесены изменения в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости. Будет внесено более 10 изменений в закон о регистрации. Должен будет сократиться срок регистрации ДДУ. Идентификация личности заявителей при регистрации права будет проводиться через госуслуги. Также изменится механизм предоставления госуслуги Росреестром. Будет введен перечень лиц, для которых регистрационные действия будут проводиться бесплатно. Законопроект номер 2. Вносятся изменения в семейный кодекс. Нормы семейного права изменятся достаточно сильно. Объем планируемых нововведений говорит о том, что это скорее будут реформирование основных принципов оборота имущества супругов. В частности, при государственной регистрации права собственности покупателя на недвижимость, государственный регистратор обязан будет проверить наличие супруга по базе ЗАГС. И в случае, если покупатель состоит в браке, автоматически будет регистрироваться право совместной собственности. Также семейный кодекс дополнится нормами об обязательствах супругов по кредитам. Взятый одним из супругов кредит будет распространяться на всю семью. Второму супругу придется доказать, что деньги, полученные в долг, не пошли на нужды семьи, что, как вы понимаете, сделать будет практически невозможно. Обязательства супругов станут общими, даже если один из супругов не знал о долгах другого. Законопроект номер 3. Органы местного самоуправления получат полномочия для выявления незарегистрированных, ранее учтенных объектов недвижимости. Будут выявляться сведения о правообладателях, после этого информация будет поступать в Единый государственный реестр недвижимости, а далее в ФНС, налоговую службу. Закон направлен на поиск неоформленных земельных участков и расположенных на них строений. Я предполагаю, что это делается для того, чтобы увеличить собираемость налога на имущество. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе актуальной правовой информации. Пока!